Я сейчас, короче, уже укладываюсь спать, и я еще раз вспомнила. Что происходит? Я еще раз вспомнила про людей, которые, когда я им говорю, что у меня расстройство личности, они такие: подожди. И начинают рассказывать, как они живут, и типа у меня точно так же. Я сейчас сама с собой говорила, вот это все перебирая. Они, значит, поставили себе диагноз, они решили, что... Им никто не сказал, что у них расстройство личности, но они решили, что у них расстройство личности. Они считают, что у меня точно так же. Им никто не поставил диагноз расстройства личности. Ни один врач, квалифицированный врач, не поставил им такой диагноз официально с печатью. И мне назначили лечение, не медикаментозное, не терапии с психологом, психоаналитиком, психотерапевтом. У них... они не лежали в отделении, не знаю, психиатрическом, под капельницами. Вот. Но они считают, что у них расстройство личности, которые им никто не сказал, они не выполняли, не проходили вот этот весь список. И как бы они считают, что я такая, как, так же, как они. И вот здесь просто самое прикольное объяснение. Они, значит, сейчас пример. Они, значит, люди, у кого карие глаза и русые волосы. И я им говорю: знаешь, у меня голубые глаза, и я шатенка или брюнетка. И они такие: я, в общем, у меня карие глаза, они говорят, и я русый. Я говорю: нет, у меня голубые глаза, я брюнетка. Вот, знаешь, я сам решил так, а вот тебе кто официально сказал? Кто понял, что...